Привет, ты на канале о бизнесе. Сегодня в видео мы поговорим о товарном бизнесе, мини-производстве и затронем востребованные услуги. Все эти варианты бизнеса отличаются простотой реализации и возможностью начать зарабатывать максимально быстро, так как вложения в проекты действительно небольшие. Идеи отлично подойдут новичкам, но и будут полезны тем, кто уже запустил свой бизнес. Так что смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравилось. А если ты хочешь зарабатывать от 50 тысяч через полгода, тратя 2 часа в день, то переходи по ссылке в описании, там все подробности. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Продажа видеозвонков для двери. Система контроля доступа означает, что человек всегда должен знать, кто стоит за дверью или калиткой, кто пытается получить доступ. Ранее для этих целей использовались стационарные звонки, после которых нужно было идти самостоятельно проверять, кто пытается войти. Потом появились домофоны, где уже по голосу можно было понять, кто стоит за дверью. Сегодня же можно без особых проблем купить и установить видеозвонок, который позволит не просто услышать голос, но и увидеть своего гостя. Ты можешь на этом товаре построить довольно прибыльный товарный бизнес, ведь товар на отечественном рынке не слишком распространен. Стоимость видеозвонка для двери в Китае около 20-25 долларов. Это устройство, которое ты можешь подключить к смартфону и увидеть, кто стоит за дверью или калиткой. На отечественном рынке товар будет привлекать внимание, и у тебя будет огромное количество потенциальных покупателей. Стоимость такого товара может достигать отметки в 50-60 долларов. Ты без проблем продашь товар по этой цене в интернете. В результате получится выйти на чистую прибыль в более чем 300 долларов в месяц. Производство корма для животных из фарша. Для того, чтобы домашний питомец, собака или кот были действительно здоровыми и сытыми, нужно следить за их питанием. От пищи зависит то, будет ли болеть животное, как оно будет выглядеть, насколько хорошей будет его жизнь в доме. Высококачественный корм создается из мясных остатков, которые пропускаются через промышленную мясорубку и готовятся особым образом. В большинстве случаев мясные и рыбные остатки поддаются легкой температурной обработке, после чего герметично упаковываются. Ты также можешь запустить подобные производства и выйти на очень хорошую прибыль. Если договориться с мясокомбинатом, то мясные остатки ты можешь получать практически даром. Завод либо продает такую продукцию, либо утилизирует ее. Остается в Китае купить оборудование для перемолки, которое имеет цену от 200 до 500 долларов, а также обеспечить работу упаковочной линии, на что еще понадобится порядка 500 долларов. Себестоимость 1 килограмма готового продукта будет на уровне 50 центов, продавать же ты его сможешь уже по цене около 2 долларов. В результате получится легко выйти на прибыль в 500-600 долларов с отличными перспективами для развития. Продажа массажера для глаз. Обрати внимание на то, как большая часть людей сегодня проводит свой рабочий день. Ты наверняка заметишь, что каждый человек проводит большую часть рабочего времени за компьютером. Это неудивительно, ведь компьютер стал основным инструментом в любой сфере деятельности. Это приводит к сильной усталости и боли в глазах, поэтому работать становится все сложнее и сложнее. Чтобы решить эту проблему, можно использовать специальный массажер для глаз, который купить сегодня на отечественном рынке довольно сложно. Это твоя возможность построить успешный торговый бизнес с минимальными вложениями. Цена высококачественного и высокоэффективного массажера в Китае около 60 долларов. Ты же сможешь без особых проблем продавать такой товар уже по цене от 100 долларов и выше. Потенциальный клиент у тебя есть. Ты можешь предложить подобную продукцию любому офисному сотруднику, она его заинтересует. Но лучше продавать продукцию через интернет. Так таргетированная реклама быстро приведет к тебе потенциального покупателя. В результате получится без особых проблем выйти на месячную прибыль 400 долларов или даже больше. Открытие кабинета по отбеливанию зубов. Красивая и белоснежная улыбка – это не просто красиво и эстетично, это отличная возможность увеличить уверенность в себе и достигнуть большего жизненного успеха. Проблема только в том, что у большинства людей природный оттенок зубов совершенно не белый, он ближе к желтому и серому. Для того, чтобы сделать улыбку белоснежной, необходимо обращаться к дорогостоящим стоматологам, которые потребуют огромных денег за отбеливание. Но главное то, что нужно выделять свободное время на эту процедуру и ехать к стоматологу, что может себе позволить
позволить далеко не каждый успешный работник. Ты можешь решить эту проблему общества и построить прибыльный бизнес. Даже в торговом центре можно арендовать небольшой кабинет для работы, установить свое оборудование и предлагать быстрое отбеливание зубов потенциальным клиентам. Стоимость оборудования в Китае до $900. Стоимость одной процедуры в 15 минут около $15. За один рабочий день ты легко сможешь выйти на прибыль в $100. А это позволит хорошо зарабатывать, платить зарплату работникам и развивать бизнес. Продажа сумок-органайзеров для косметики. Если обратить пристальное внимание на любой женский уголок, там можно увидеть полнейший хаос. Все потому, что косметика накапливается, и в результате хранить ее попросту негде. Чтобы решить эту проблему, в Китае производят специальные сумки-органайзеры, которые не просто позволяют поддерживать порядок на рабочем столе, но и перевозить все необходимое с собой во время путешествия. Такая продукция пользуется ошеломительным спросом в Китае, но на отечественном рынке найти подобную сумку попросту невозможно. Стоимость такого органайзера в Китае не более $4, что является просто смешной ценой для отечественного рынка. Ты сможешь приобретать продукцию оптом, что позволит достигнуть еще большего снижения цены. Все зависит от договоренности с производителем. На отечественном рынке сумка увеличится в цене. Ты сможешь продавать ее более чем за $10, что говорит об отличной прибыльности бизнеса. Не будет проблемой вывести свой торговый бизнес на ежемесячную прибыль в $300-500 или даже больше. Производство и продажа пиццы в рожке. Пицца в рожке является новым продуктом на отечественном рынке. Она привлекает к себе внимание и начинает пользоваться ошеломительным спросом. Это привычный вкус пиццы, который теперь можно очень удобно употреблять в пищу. Ты можешь открыть свою небольшую точку и производить только такую пиццу, продавая ее своим клиентам на вынос. Специальное оборудование в Китае для организации такого бизнеса обойдется тебе не более чем в $1500. Это устройство для приготовления самого конуса и термокамера для подогрева и приготовления пиццы. Открывать подобную точку уличной еды можно в торговом центре, на проходной улице, создать мобильную кухню и ездить со своей продукцией по различным мероприятиям. Прибыльность в этом бизнесе более 300%, а если себестоимость одной конусной пиццы находится на уровне $1, то продать товар по цене более чем в $4 не составит никакого труда. Сама форма и новизна подобной еды привлекут к себе внимание. Особых вложений в рекламу делать не обязательно. В результате получается построить очень хороший бизнес, который принесет более $400-800 чистой прибыли в месяц. Продажа пульсоксиметров. Для того, чтобы следить за своим здоровьем в период мировой пандемии, необходимо использовать специальное оборудование. Показатель насыщенности крови кислородом является очень важным параметром в определении рисков заражения. Как только это стало известным, ранее недорогие и никому не нужные пульсоксиметры исчезли с аптек, а их цена возросла в несколько раз. Недостаток подобного оборудования ощущается на рынке и сегодня. Ты без проблем можешь наладить выгодное сотрудничество с китайскими производителями и построить успешный бизнес. Стоимость высококачественного и функционального устройства в Китае около $10. Аналоги на отечественном рынке уже продаются более чем за $40-50. Это говорит о том, что на одном товаре ты без проблем сможешь зарабатывать около $20 чистой прибыли, что является доказательством того, что такой бизнес стоит организовывать. Выйти на прибыль в $500-600, продавая пульсоксиметры, не является серьезной проблемой. Главное то, что потенциальный покупатель есть, и на протяжении следующего года подобный товар будет очень хорошо продаваться. Запуск своего косметологического кабинета. Все хотят быть красивыми и ловить на себе взгляды противоположного пола. Именно поэтому в салонах красоты всегда наблюдается женская очередь. Ты можешь войти в эту индустрию красоты и предложить свои услуги, зарабатывая очень большие деньги. Суть идеи заключается в том, чтобы в торговом или офисном центре открыть небольшой косметологический кабинет, где будут предлагаться все услуги по уходу за кожей лица. Для того, чтобы вывести свои услуги на высокий уровень качества, необходимо купить специальное оборудование в Китае и взять на работу специалистов. Если вложить около $1500 на начальном этапе, то получится организовать два рабочих места для двоих сотрудников. Один клиент за сеанс в 15-30 минут оставит у тебя более $15, а значит за один час работы салон сможет приносить в идеале от $60-80. Это отличный показатель для предпринимателя, вложения быстро будут возвращаться, а бизнес активно развиваться. В этом деле не будет особой проблемы выйти на месячную прибыль в $800. Главное использовать качественное оборудование и продвигать услуги на рынке. Окупаемость от 2 до 4 месяцев, прибыльность может быть более $1000. Продажа электрических отверток.
торговля инструментами всегда была прибыльной и очень легкой в реализации бизнес-идеей. Суть заключается в том, что инструменты есть в каждом доме, и их никогда не бывает много. Электрические отвертки есть у единиц, немногие о них знают. Немногие догадываются, насколько это удобно. Ты сможешь запустить свою рекламную кампанию в интернете, продвигать продукцию и продавать отвертки из Китая с очень большой наценкой. Стоимость отвертки в Китае от 10 до 30 долларов. Все зависит от производителя и качества инструмента. Ты сможешь подобрать оптимальную ценовую нишу, чтобы увеличить количество продаж. На одной отвертке получается зарабатывать от 5 до 10 долларов чистой прибыли. Все зависит от первоначальной цены инструмента. Продавать товар лучше всего через интернет, запустив эффективную и оригинальную таргетированную рекламу. Реклама потребует определенных вложений, но она начнет сразу же приводить потенциального покупателя и прибыль. В результате успешного продвижения товара на рынке и постоянных продаж ты сможешь без особых проблем выйти на месячную прибыль от 300 до 450 долларов. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!